Рассмотрим основные структуры данных. Тут мы рассмотрим некоторые базовые структуры и операции с ними. Эти операции потом могут применяться и к другим структурам данных. Итак, одна из основных структур данных – это кортеж. В математике аналог, скажем, упорядоченная пара, упорядоченная тройка и так далее. Кортеж – это упорядоченный набор элементов. Вот так вот списком он задается. И тип, как мы видим, тип кортеж и три строковых значения. Или вот таким вот образом. Поскольку кортеж – это упорядоченный набор данных, то мы его можем индексировать, то есть по номеру получать значение этого кортежа. Джулия, как и Фортран, как и все нормальные языки программирования, индексирует с единицы, в отличие от хитрых языков типа C и так далее, которые индексируют с нуля. Кортеж не изменяем. Нельзя заменить в нем какой-то элемент. Но поскольку он индексируем, то мы можем перебрать все элементы кортежа по очереди. Значит, вот у нас элементы кортежа. Вот у нас кортеж идет. Мы выбираем по очереди все элементы кортежа и печатаем. Вот такой вот вариант. Вот эти вот методы, они применяются не только к кортежам, но и в общем к разным типам данных. Мы можем проверить, пустая ли структура или нет данных, длину три элемента, и имеется ли данный элемент в данной структуре. Вот Явы нету в наших любимых языках, а Джулия есть. Ну и вот у нас Юник. Мы можем, давайте посмотрим, что мы тут делаем. Делаем вот такой вот кортеж, в котором дублируются языки. Ну, вот в части Джулия и Питон дублируются. Значит, запускаем первый цикл перечисления. Мы просто выдаем весь кортеж. А теперь мы смотрим, просматриваем не просто весь кортеж, а уникальные элементы кортежа и выдаем опять же. Давайте посмотрим. Так, вот список всех элементов, а вот это вот уникальные. Ну, как видите, он повторение убрал. Поскольку у нас Джулия фактически это, грубо можно сказать, обертка над Лиспом, то у нас применяются разные функциональные вещи, функции высших порядков для элементов. Вот такая функция reduce, она делает свертку, вот ссылка, свертка списка, но фактически она применяется ко всем элементам списка. Ну, поскольку у нас строки, то умножение фактически что сделает? Слепляет все строки в одну. Ну, или вот у нас зададим кортеж в виде списка чисел и применим плюс ко всем, получим единицу, да. 2 плюс 3 – 5, минус 4 – 1. То есть фактически свертка reduce, она
некую структуру данных превращает в скаляр. Ну и вот здесь мы смотрим максимальный элемент. Максимальный элемент у нас Python. Ответ 6. И минимальный элемент. Ответ 1. Это R язык минимальный. Мы можем расширить понятие кортежей, индексируя их не с помощью номера, не с помощью чисел, а задав имя каждому элементу. Мы получим именованный кортеж. Ну вот, мы вот таким вот образом задали имя элементов. И тип у нас получается именованный кортеж. Давайте мы type of именованный кортеж. Но мы, естественно, поскольку у нас осталось упорядоченное, то мы можем по номеру получить. Ну и кроме того, дополнительное свойство мы можем с помощью точной нотации получить по имени элемент кортежа. Именованный кортеж чем-то напоминает хэши и словари, но не отличается и гибкостью. А вот для того, чтобы было более гибкое, у нас существует структура словарь. Структура словарь, ну, широко известная структура в других языках программирование, вообще структура данных, задается вот таким вот образом. Тут у нас не имя значения, а ключ значения. Ну, сейчас понятно будет почему. Вот у нас фонбук, телефонная книга. И мы можем получить вот таким образом, опять же, как массив, видите, у нас квадратные скобочки по ключу, его значение. Кроме того, мы можем добавить новое значение, просто задав ключ и его значение. И наш фонбук выглядит вот таким вот образом. А вот смотрите, у нас отсортировалось каким-то образом, и у нас он в серединку вскочил. Но вот это вот значение Крамер у нас мы можем его убрать из нашего фонбука с помощью функции pop. Функция pop и push — это функции первоначально для работы со стеками. Pop снимает с вершины стека, push кладет на вершину стека. Поскольку у нас тут структура не упорядоченная, мы не знаем, что находится на вершине стека. Мы работаем с ним как стеком, но должны указать, что мы удаляем. Видите, pop у нас идет с восклицательным знаком. Вот он удалил это значение. Pop идет с восклицательным знаком. Это значит, что функция pop меняет свои аргументы.
В принципе, вот этот восклицательный знак – это просто договоренность. Это значит, что функция небезопасная, она меняет свои аргументы. Вот она изменила аргумент фонбук. Он изменился. Итак, поскольку у нас неупорядоченные словари, то по номеру к ним обратиться невозможно. Мы не знаем, как внутри они расположены. И часть полезных методов, ну, вот эти вот методы для словарей, они для работы с ключами и значениями. То есть они не универсальные. То есть мы тут могли перечислить все ключи, все значения, все пары, которые есть, и узнать, есть ли такой ключ. Ключа Крамер нету, потому что мы его убрали. И узнать для Ghostbusters. Ghostbusters есть такой ключ. Мы можем объединить две коллекции в одну. Вот у нас пусть два словаря. Вот это первый словарь. Это второй словарь. И слепим их вместе. Тут ситуация следующая возникает. Как вы видите, у нас ключи фу, бар, бас и опять бар. После соединения какой из баров останется? Ну, мы видим, что остался бар из второго элемента коллекции. Ну, так мерч работает. А если мы в другом порядке сделаем, то есть сначала B, потом A, у нас останется бар из первой коллекции. Но мы можем не просто слить вместе две коллекции, а применить к ним какую-то функцию. Ну, например, функцию сложить, тогда у нас просто сложится. То есть у нас бас останется как есть, фу останется как есть, а бар получается из первого бара плюс второй бар. Вот так вот. Ну и несколько упражнений, которые вы достаточно просто можете сделать. Ну, давайте просто посмотрим, как их можно выполнить. Тут у нас assert — это такая функция, которая проверяет, что выполняется данное условие. Она применяется для, скажем, для того, чтобы exception выкинуть, какую-то ситуацию особую обработать. И вот при обработке ситуации она проверяет, как выполняется какое-то условие. Значит, тут у нас должны, вот давайте мы попробуем выполнить данную, что мы увидим. Мы увидим, что у нас не выполняется. Почему? Потому что у нас справа целое число, целое 64, а у нас все значения в нашей телефонной книге, они строки. Поэтому можем вот давайте сделать, как вот, скажем, сконвертировать. Сейчас мы всеми вариантами в строку превратим. Вот тогда хорошо. Мы можем просто задать в виде строки, опять же, а мы можем конвертацию
сделать вот таким вот образом. Вот тоже. Значит, вот этот оператор, он типа пайпа, как я говорил, в шеле. Фактически это некий синтаксический сахар, то есть он эквивалентен функции string от 911. Фактически это запись математическая, когда мы не функцию от аргумента, а пишем аргумент, аргумент и комбинация с функцией, то есть функция действует на аргумент справа. Справа налево действует функция на аргумент. Ну, в принципе, дальше достаточно простейшее задание. Вы можете их сами выполнить.